Так вот, управлять надо энергией. А управлять энергией возможно только через один механизм, через внимание. Потому что внимание – это тот шланг с водой, через который льется энергия. Куда ты смотришь, туда и льется энергия. Поэтому, когда ты общаешься с хорошими людьми, хороших людей в твоей жизни становится больше. Когда ты общаешься, делаешь хорошие дела, хороших дел в жизни становится больше. Все, что ты поливаешь своим вниманием, улучшается и цветет. Если ты поливаешь на жену, на детей, ваши отношения улучшаются. На друзей ваши отношения улучшаются. На партнеров ваши отношения улучшаются. Поэтому управлять надо энергией, но через внимание. А для того, чтобы управлять вниманием, ну, здесь я без рекламы не обойдусь, надо изучать кайдзен-планирование, которое я создал, авторская методика по управлению вот, энергией, по управлению там, оптимизацией своей деятельности за счет кластеризации дня, ролевого поведения и так далее. Это все можно посмотреть на моей образовательной платформе margulan.info. Заодно и прорекламируюсь.